Пример коллаборации в мире оборудования. Висхой, пекарская марка. Рационал сделал под Висхой пароконвектомат. Модель это CPC-101, 10 уровней. Состояние его музейное, на нем никто не работал. Вот ручка не затертая. Все целенькое, чистенькое, ровненькое. Уплотнитель как был новый, так и остался. Вот, все новюсенькое. Все полностью. Интересно, что все же это попытка Висхой зайти на рынок пароконвектоматов. Попробовали, и, наверное, у них не получилось. Занялись дальше своими пекарскими печами. Состояние его полностью новое. Это газовый пароконвектомат на 10 уровней. Ну, такое впечатление, что он действительно стоял на выставке. Просто. Можете его купить, заказать у нас. Сейчас он находится еще в Германии. Приедет в Украину, проведется контрольный тест. И будет готов к выдаче. Если кому интересно, пароконвектомат в таком идеальном новом состоянии. Газовый, повторюсь. Обращайтесь к нашим менеджерам.